Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о хитрых эвакуаторщиках и платном въезде в город. Эвакуаторщики – народ ушлый. Им нужно выполнять план. Поэтому они всеми правдами и неправдами стараются утащить имущество граждан на штрафстоянку. Буквально недавно активисты «Синих ведерок» обнаружили еще один способ нечестного отъема денег у населения. Смысл в следующем. Эти граждане устанавливают временный знак «Остановка запрещена», который привозят с собой. После этого инспектор МАДИ спокойно оформляет нарушение и автомобиль увозит. Представляете, каково удивление владельца, когда он не находит свой автомобиль? Первая мысль – угнали. По сути, да. Ведь знак «Остановка запрещена» не может быть временным, если верить ГОСТу. В МАДИ, конечно же, сразу сказали, что виновные будут изловлены и наказаны. Автомобилистам посоветовали обращаться с жалобами. Подобное поведение инспекторов – результат палочной системы, которой, кстати, грешат и в ГИБДД. Просто штрафов нужно собирать больше, да и улучшать показатели тоже. Вот и изворачиваются эвакуаторщики как могут. Их примеру, кстати, иногда следуют и сотрудники ЦОДД. По правилам, они должны совершать объезд улицы каждые 15 минут, но часто они это делают быстрее. И вот вышли вы за газетой на минуту и уже должны государству, просто потому, что кто-то слишком ушлый. А вот и еще один способ получения денег из воздуха. Наши законодатели всерьез задумались о платном въезде в города. Правда, пока речь идет только о платном въезде в исторические центры. Как это работает? Очень просто. Власти конкретного города решают, какие границы есть у их исторического центра, и начинают собирать деньги. При этом наши депутаты забыли напомнить, что они понимают под этим красивым названием. Это может быть одна улица или две, может быть площадь. А вот, например, города Золотого кольца, так те вообще состоят только из исторических центров. Получается, что за проезд по их дорогам придется платить в любом случае. Наверное, эти деньги пойдут на благое дело. Но верится в это с большим трудом. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».